На этой неделе в спортивном зале Славянского электротехнологического техникума прошли зональные военно-спортивные соревнования. Служить России суждено тебе и мне. Среди допризывной молодежи западной зоны Краснодарского края, посвященные Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие 27 команд из 15 районов Краснодарского края. На торжественном открытии соревнований присутствовали почетные гости. Среди них председатель районного совета Григорий Литовко. Он поприветствовал участников соревнований и пожелал им удачи в борьбе за звание лучших, а также поздравил с наступающим праздником Днем защитника Отечества. Хочу, дорогие ребята, пожелать вам боевой выдержки, хорошей спортивной формы, хороших сегодня, я думаю, что получите вы хорошие показатели по военно-спортивным видам спорта. И в канун праздника Дня защитника Отечества хочу поздравить вас, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов, хороших учебы и всего самого. В этот день допризывники показали свои умения и навыки в разборке-сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина 30 патронами, метании гранаты на точность, стрельбе из пневматической винтовки, челночном беге, а также в командном виде соревнований и комплексной военизированной эстафете. По словам участников, эти соревнования – хороший опыт, который обязательно пригодится в будущем каждому из них. Подготовка как бы к армии сразу, чтобы многое знать об этом. Как мужчине. Я должен это знать как мужчина. Я хотел бы служить в армии, ну, потому что каждый мужчина должен пройти это. Побывать в такой ситуации, которая, ну, мало ли сейчас наступит какая-нибудь там проблема, война там. Защищает свою родину. Участие в этих соревнованиях многое для меня значит, потому что я как бы сам хочу поступить в военное училище. И наша команда не лучшая, но мы будем готовиться со временем. Думаю, займем хотя бы первое, второе место, третье. Алексей Санин – капитан команды из города Краснодара. Парень признается, что ему нравятся такие соревнования, потому что результат зависит от команды. Поэтому чем дружнее ее участники и сильнее командный дух, тем лучше будет результат. Мы представляем машиностроительный колледж города Краснодара. У нас здесь две команды, можно сказать, старшая и младшая. Как бы. Я представляю младшую команду, где ребята от 16 лет, ну, включительно 16. Вот, мы приехали сюда попробовать что-то новое. Мы уже участвуем довольно давно, вот я участвую в течение 4 лет. Вот, попробовать что-то новое, показать себя, думаю, мы способны выступить очень хорошо. Боевой дух у этой команды на самом деле оказался самым сильным. По итогам соревнований команда города Краснодара «Ратник» оказалась на первом месте. На втором месте наши земляки – команда юных патриотов из 29-й школы. Бронзу взяла команда «Вымпел» из Славянского электротехнологического техникума. Тина Копачевская, Игорь Иванчуков, программа «События».